Здравствуйте, юные подкаменщики. Как и обещал, видео с новостями, планами на будущее. Ну, в целом, так, небольшое разговорное видео. Если вы есть в моем Дискорд-канале, вы уже знаете, что меня пригласили в программу для львен-креаторов. Что это значит? Это значит, что теперь на моем канале, на стримах, видео, будет множество розыгрышей ключей с премиуми, со скинами и так далее. Также, возможно, эта новость нравится далеко не всем, но я перехожу на Twitch. Точнее, возвращаюсь к нему. Потому что если кто не знал, я несколько месяцев до того, как начинать заниматься YouTube, на постоянной основе стримил на Twitch. Поэтому да, я туда возвращаюсь. Все стримы теперь только на Twitch. Видео на YouTube будут выходить в том же режиме, не переживайте. И да, ссылочку на Twitch в описании этого ролика вы найдете. Причина моего перехода на Twitch как раз таки получение прокрутки с Альбионом и получение дропсов, что даст просто дичайший буст этому каналу. И да, чуть не забыл, по поводу розыгрышей и так далее, все это будет, не нужно меня постоянно дергать, не надо меня постоянно спрашивать, когда, что, как и почему. Будут, как только дадут ключи, если будет какой-то розыгрыш, он будет или в видео, или на стримах, или, возможно, даже в Дискорд-канале. Поэтому, если у вас еще нет в моем Дискорд-канале, обязательно вступайте. Дискорд. Ссылочка, так же, как и Twitch, в описании стрима. Теперь о самой главной новости. Я часто говорил это на стримах, и как вы могли заметить, много роликов уже выходит чисто на английском языке. И как я и планировал, буду вести свои стримы в основном на английском языке. Не переживайте. Если вы пишете на украинском, на русском языках, отвечать я буду так же, как и прежде. Но в моментах, которые буду использовать для нарезки, то есть в какой-нибудь драке, там меме каком-то и так далее, я буду говорить на английском языке, чтобы продвигать свои видео на англоговорящую аудиторию и тем самым бустить свой канал еще сильнее, развивать его сильнее в этом направлении. И на этом вроде бы все. Теперь я бы хотел выразить огромную благодарность всем вам, всем, кто заходит на стримы, пишет в чате, ставит лайки, смотрит видео, оставляет комментарии. Также я знаю, есть много людей, которые этого не делают, которые, точнее, не пишут комментарии, не пишут в чате на стримах. Они просто сидят, наслаждаются контентом, также ставят лайки. Я знаю, что такие люди есть. Я это очень ценю также, не меньше остального. Да, вам огромнейшее спасибо. Без вас на этом канале ничего бы не выросло. С этого канала бы ничего не выросло, так скажем. И самое главное, отдельная благодарность двум прекрасным людям, которые дали просто дичайший буст этому каналу. Можно сказать, развитие этого канала процентов на 70, как минимум, зависит от этих людей. Это, как вы могли догадаться, как вы уже знаете, это Эквард и Коко. Честно, даже представить не мог, когда только собирался начинать стримить, делать видео, что спустя всего какие-то две жалкие недели я уже буду играть с этими людьми, общаться и так далее. Да, всем вам, ребят, невероятно большое спасибо. Подписывайтесь на Twitch, стримов будет теперь больше, они будут дольше. Ссылочка в описании, и всем до скорых встреч.